Ну а теперь, я думаю, по запасным Кубани есть смысл пройти. Запасных Алани я назвал. Ударище! Ох ты мой, что за гол? 2-1! Давид Шаблоков, ничего себе, как он отчаялся, как он исполнил! О-хо-хо! Просто нет слов, друзья. Фантастический, шикарный гол Шаблоков. Уже, наверное, сосчитать невозможно, сколько раз он выиграл воздух. Школьник может пробивать гол! Вот это гол Голиссимо! Вот это ударище Игоря Школьника! Отмечали мы то, что Школьник любит и может бить поворотом. Какой гол забил здесь Игорь? Ну, волгоградцы, если уж и забивают, да, то забивают красиво, как говорится. Гол Бериашвили, гол Школьника. Вот, пожалуйста, великолепный обводящий удар от Игоря. Счет 1-1. Скачи! Галкера текстильчика, но, правда, на подборе. Ой, какой гол забивает Спартак! Красота-то какая! Какая же красота! Хватается за голову 75-й номер, фамилия Сунгатулин, капитан московской команды. Ну и есть действительно от чего схватиться за голову. Невероятно красивый гол. Лишь 2 гола из 7 пропустил Акрон во вторых таймах в текущем сезоне. Статистика для вас, удар, гол! Андрей Малых! Ай, красавец! Ну кто, как не он, а? Как трудно давалось играть Оренбургу, и капитан команды взял, в конце концов, инициативу. Ну не в свои руки, в свои руки это в баскетболе, в гандболе, в волейболе. Своей правой ногой он сейчас показал, кто в доме хозяин. Андрей Малых, красавец какой! Ситуация, попроси человека еще пробить пару раз, получится ли. Довели Краснодарцы до завершающей стадии и до гола в ворота Калининградской Балтики. Вот эта атака получилась на заглядение у краснодарцев. Еще раз бы хотелось на нее посмотреть. В горячий мяч сыграли гости. Довели мяч не только до штрафной, но и проникли в нее. Вывели на завершающий удар атакующего футболиста своей команды. Тот на дриблинге легко обыграл игрока обороны калининградцев. Это будет удар прямой поворотом. Вот такой удар и вот такой красивый мяч забивают балтийцы, которые становятся вторым в этой встрече. Балтика повела 2-0. Ну, это высший класс и исполнение на 5 с плюсом. Такие забитые мячи нужно еще посмотреть и посмаковать.